Но ненадолго это счастье. Еще мы не знаем. Не знаем. Так сложно все. Мы прям не знаем. Бог, ой. Здесь точки показывают, что можно взаимодействовать с предметом. Подходишь к точке, нажимаешь на Е, и, о чудо, собираешь ресурсы или всякие там ресурсы. Ой, это что? Это к нам подплыла, как ее, акула? Или что? Или куда? О. Ничего не всплывает. А, вот. Обломки кораблекрушения. А где акула? Показать цели. А, вот. Вот это что? А, это кит, по-моему. Он прилетел на подмогу. Справиться с акулой поможет нам. О, а здесь желтенькое, а вот здесь вот, ой, красненькое. Хочется убить акулу, находясь в безопасности. О, что это такое? А, мы здесь дяденьку убили. Ой, ужас какой. А он до сих пор тухнет. И никто его не это, не того. Мы подстереглись, подкрались к нему. Мы к нему подкрались и немножко убили.
Этот дяденька воспринимается как опасность. Скорее всего, трупик этот. Займемся в следующий раз. Интересно, здесь тоже можно будет легко, так легко, весело забраться на корабль, всех перебить и... и ничего. Вот про пиратов, когда играли, забирались на огромный корабль, перебьем всю команду, а потом один выстрел из пушки и корабль взрывается. Такой ужас. Может, там какие-нибудь драгоценности. В Скайриме хорошо. Рыбу-убийцу можно угробить, когда она выскакивает на берег и становится беспомощной. А так она все время нас убивала. Еще с Моровинда. Здесь кто-то пикник устроил. Не спите на камнях. Можете помереть в море особенно. Моменте море. Их нечем поживиться. Хоть пяточки. Может пойти окунуться. Вот как оказывается здесь все интерактивно. И опять здоровенький. Одно только хорошо, что в самом жутком режиме по сложности здоровье восстанавливается само по себе. Не нужно кушать всякие зелья для этого. Мы не любим колбы с собой таскать. О, поселение какое-то. Сейчас нас будут там убивать, грабить, как обычно. Или как необычно. Козел. Козлы нам дают мягкую кожу. Мягонькую. А мясо не дают почему-то. Жадины. Но мягкую кожу они дают только в том случае, если мы их убьем. Найдена новая область. Деревня чего-то такое. Деревня. Ой, мародерство здесь. Небось. Сейчас будут убивать нас опять. Ой, нам доктор категорически запретил расстрелы. Опаньки. Вот, я же говорил, что вот эти точечки обозначают... Глиняная чашка. Что с этим можно взаимодействовать? Драхмы. И драхмы. Ну ладно. Вот мародерствуем.
что делать? Бедность поражает всегда в этих в РПГ. Это такой ужас. Прям погибаем без денежек. Гражданочка. О боги, что здесь произошло? Гражданочка, да. Бедность главных героев в РПГ чудовищна. Подмечены в России. Работающие нищие. Феномен России и РПГ. Интересно, что в Твиттере хэштег РПГ не относится к ролевым играм, а наоборот. Вопросики какие-то возникают. К оружию относится РПГ. Ой, сколько вопросиков. А чё? Побежали. Как-то смешно, он бегает как-то. Как-то не так он. Он в растопырку бегает. Разве люди так бегают в растопырку? Что-то грабить-то особенно нечего. Грабить, убивать некого. Воровать нечего. Так и живем. А здесь нет вопросиков. Но есть козлы. Главное, везде день, солнышко, а там все того, этого. О, как быстро он срубил дерево. А там, а здесь... Ой! Ну все. Это два, это я так понимаю, уровень. Уровень нашего дорогого, как его, дорогого чего? Все, он к нам интерес потерял. Или не потерял, потерял. Уровень врага. Сейчас нас убьют. Мягкая кожа. Ой, зараза. Все. Как он внезапно. Прямо со спины. Жалко. Вот что наша жизнь.
неинтересно. Тогда... А, вот. Вот у нас в правом верхнем углу единичка этого первого уровня. А волк второго. Ему, наверное, уже не помочь. Надо пульс проверить. Поджигать в этот раз мы себя не будем. Почему-то единичка, то есть не единичка, точка какая-то у него тоже над орлом висит, точка. Зачем она висит над орлом, непонятно. О, надо туда идти, где восклицательный знак. Там сюжет у нас, наверное. Сюжетная линия. Скорее бы пройти в сюжет и отправиться в свободное плавание. Мужчина, мирный житель. А может не сюжет, может это квест. Опять нажимаем В. И ничего. Не, нам-то просто приятно гулять по... Z это постоянное движение. Нам приятно просто гулять по Греции родной. Просто гулять. По просто Греции. Возьми хотя бы щит себе. Или вот, вот этот вот, как его, ну эти, как его, как же его, шлемы, копья. Взял бы. Ну почему так все несправедливо в РПГ? Все собрать и продать на рынке. И наконец-то разбогатеть. Хотя бы в игре. Но нифига. Нифигулечки. Кулечки за кокулечки. А здесь нет восклицательного знака. Нам вроде бы нужно куда-то туда, к Зевсу идти. А это... Это кто? Это тетенька голая. Голая тетенька. Полуголая. К ноге. И что такое? Опять щит валяется. Щит, щит. Ну, видит же больной человек.
И тетечка. Какая разруха здесь у нас в Греции. Жуть. Драхмы. Бесполезно собирать, потому что все равно убьют скоро. Забыли, как нам. Их двое. Ой, ну все. Все. Лучник. Нужно было проверить, можно сбежать от бандита или нет. Героически сбежать. Это ужас. Опять все сначала. Thank you.
Thank you.
собака нас должна почуять и съесть. Ну все, рассинхронизация.
Зачем он здесь? Зачем? Доменная печь. Песик за нами увязался.
Как его перескочить через эту хрень? Как прыгать, непонятно. Прыжок, это что? Ты что за клавиши? Всегда был прыжок. Большая это. Вот это прыжок всегда был. Здесь непонятно, как перелезать через изгородь. Циклопа, господи. Так, где у нас это прекратить вечное движение? Логово циклопа. Открыть. Открыть. А, чтобы открыть, надо это самое. Зачем нам его освобождать, непонятно. Чтобы он нас съел, что ли? А спасаться бегством мы сможем. Может, я правильно тогда дяденьку убил? Внезапная атака F. Внезапное убийство.
опять куда-то делась. Это самое. Как ее? Куда-то делась. Это самое. Как ее? Почему она не перелезает? Еще у нас это самое колесико мыши не действует, а здесь невозможно по-другому листать, вот так вот нельзя. Большая.
попали, но это нам не помогло. Нет, это невозможно. Невозможно так играть. Какие сложности. Пробел нажимаете, атакуете. С фланга. Опа. Так. Нам от этого не легче. Господи, еще хуже. Теперь мы перешли. Ура! Красиво? Да. Красиво.